«Атомскиллз» – отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации «Росатом». Один из крупнейших в мире корпоративных чемпионатов. Проводится мероприятие с 2016 года. В этом году чемпионат прошел седьмой раз на территории выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Впервые на площадке «Атомскиллз» вел свою работу совет юниоров «Росатома» – команда из 40 инициативных ребят-активистов из различных городов России. Совет юниоров готовил для участников и гостей чемпионата специальные площадки активности, экскурсии и квесты. Ну, участники в первую очередь туда приехали все-таки соревноваться, вот, но, например, у нас ребята организовали дополнительное освещение всей программы, выкладывали посты в интернет и призывали всех регистрироваться. Таким образом, обычные жители, которые просто узнали о проведении культурного мероприятия, могли найти ссылку на сайт, зарегистрироваться, сдать ПЦР-тест, приехать. Наши ребята их встречали, рассказывали, что здесь есть, вот проводили им экскурсии. Саровчанка Ульяна Скородумова участвовала в «Атомскиллз» впервые. На мероприятии девушка прокачала свои навыки журналиста, проводила прямой эфир с места событий и специального телевизионного куба. Перед чемпионатом ребята из Совета юниоров совместно разрабатывали проект своей ТВ-студии, создавали контент-план, искали гостей для съемок. На протяжении 4 дней юные ведущие на площадке «Юниор ТВ» рассказывали зрителям прямого эфира про чемпионат, обсуждали со спикерами актуальные проблемы молодежи, снимали клипы. Мы планировали поиграть у журналистов, а в итоге занимались этим профессионально, и было очень много ответственности на нас. Потому что создать контент такой, что было интересно смотреть подросткам, чтобы он был качественный, успеть все снять, смонтировать, написать тексты, найти ведущих, это была главная, наверное, задача меня и моей команды. 4 дня проведения эфиров дали Ульяне большой опыт и видение того, что происходит за кадром прямых трансляций. А сотрудники РФЯЦ в НИЕФ стали призерами чемпионата «Атомскиллз». В компетенции «Электроника» 2-е место занял Максим Коржавин. В компетенции «Электромонтаж» – бронза у Алексея Исаева. Саровчане получили шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills High-Tech». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.